Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. 9 июля, Свердловская область, город Каменск-Уральский. Что хочу вам сегодня в ролике показать? Это вот такие замечательные кустодержатели. Если вы видите в магазине кустодержатель на одной ножке и такое кольцо сверху, этот кустодержатель абсолютно не держит растения, даже не тратьте деньги на него. Вот такой кустодержатель, когда мы видим такой полукруг, и вы видите две ножки. Так, давайте вот на этом посмотрим. Вот одна ножка и вот вторая ножка. То есть вот такой вот полукруг и две ножки. В комплекте две штуки, две таких секции держат кусты растения очень хорошо. Вот видите, у меня тут и под пионами они поставлены. Их можно хоть под что приспособить, и под розы, и под крыжовник. Они бывают разной высоты, бывают прям очень широкие и высокие, бывают пониже, по-моему, 3 или 4 разных размера этих кустодержателей. Ну вот видите, у меня пионы, под пионы поставлены везде эти кустодержатели. Очень удобно, очень удобно, и они крепкие, долговечные. У меня не первый год уже я пользуюсь этими кустодержателями. Ну вот рекомендую прям, очень хорошие. И незаметно их. Вот если не знать, что они здесь есть, пока не подойдешь вплотную к растению, их не видно. И при этом вы видите тяжелые цветоносы пионов. Вот если бы я сейчас убрала кустодержатель, они бы просто склонялись до земли. А тут они вот так вот отлично себя чувствует. Красавца. Аромат какой. Жаль, вот жаль, камера аромат не переносит, не передает. Очень красивые, прям божественные. Этот желтый борзелла, это гибрид компактный, он уже отцветает. Я в этом году один куст, вот этот я высаживала в прошлом году, корешок, а один куст я буду рассаживать в этом году. Буду делить его. Он у меня старый. Ну, сколько он? Лет 5 уже, наверное, растет. Огромный куст. И нужно поделить. Но прежде чем поделить, конечно, его нужно подкормить, как я уже рассказывала. В общем, сегодня не об этом. Сегодня мы о кустодержателях. Обратите внимание на такие кустодержатели. Очень удобные, стоят недорого. Но при этом, ну, прям порадуют вас точно. Друзья, на этом я прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.